Студия Лариса Ульяненко, здравствуйте! Жители бразильского города Пара сверяют время не по часам телевизору или радио. А подождем. Здесь ливни начинаются, как по расписанию, в одно и то же время. Мы пока от таких стандартов далеки, хотя дождь и становится нашим постоянным спутником. Вот и воскресенье стоит захватить дождевик или зонт. 23 июля в Старомосколе губки не сыра. Днем плюс 23-24, ночью 13-18. Облачно, с прояснениями. Ветер еле ощутимый и переменчивый от юго-восточного до западного. Давление в норме. 744-745 мм. Магнитное поле спокойное. Рассвет в 4.39, закат в 20.30.